Добрый вечер! Добрый пятничный вечер все, кто сегодня зашел на наш канал. И сегодня у нас снова клан Вар. Снова-снова клан Вар. Та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Остановитесь! Вот так вот я. Ты о клан Варе? Да. Остановитесь играть клан Вары, черт побери. Так. Так. Первая у нас играется кода, да? Сделаем звучок немножечко погромче, потому что мы... Тра-ля-ля-ля-ля. А, вот, приглашаем мы Атомас. Это атомы, что ли? Ну, и видимо, да. Грец. Я, по-моему, не того пригласил. Не того Греца? Нет, а оно прыгнуло, короче, я, по-моему, промазал. Так, и... Daniel Sirius. Sirius, заходи. Please welcome to our game. Yeah, baby. Игрец не хочет что-то принимать, никакие эти. Никакие приглашения. А, черт, это ж надо. Ну, Виталик, что такое? Игрок уже находится в группе или в очереди. А, Zipper the Fly заходит на подбор соперников. Есть у нас Zipper the Fly в лайнапе. Это радует. В лайнапе Zipper и... Атомас... ну, в принципе, скажу, что клан, в принципе, перевариваемый, скажем так. Это очень плохое слово ты сейчас употребил. Почему? Ну что значит перевариваемый? Ты что, есть собрался или что? Я собрался пить. Сегодня пятница. Сегодня пятница, а завтра выходной. И та-та-та. Что это значит? Та-та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та. Хватит пить на стриме. Ай, да. Вот такая лабуда. А, так, обновляем мы, смотрим лайнапы, да, лайнапы есть, это у нас альфа, это у нас... Не принимает приглашение Грец. Да, я ему написал уже в личку, кстати. Виталик, прими инвайт в игру, тебя ждут. Володя. Володя, моя, уходить. Ихнего стримера не забудь пригласить. Да, кстати, я не вижу, где он. Я помню его ник, но я не вижу, где он. Нашел его. В игру его приглашаю, конечно же. Конечно же, приглашаем его в игру. Все приняли уже, а Виталик не принимает. Ах, Виталик, Виталик, ты прими приглашение. Ах, Виталик, Виталик, тебя уже все заждали. Металлик. Это цвет, что ли? Игрок уже находится... Это группа. Нет. Нова Милка. Металлик А. Это да. Это группа, а Металлик это цвет. Видимо, Виталик куда-то отошел. Ну и куда же Виталик отошел? Я не знаю. К сожалению, я не владею информацией о перемещениях Виталика. Наконец-то! Есть, да? Есть. Да, детка. И мы начинаем первую игру. Вы готовы, дети? Мы готовы. Ты Но шо? Мы не знаем, кто вы. Ты должен был ответить, да, капитан? Сир, yes, сир!
Ничего себе! Все, тихо. ТВП. ТВП-шечка на коде. Первая карта, первая игра. Погнали. ТВП-шечка на коде, я люблю тебя, Володя. Я вот даже не нашелся вообще, что ответить. Это первое, что мне пришло в голову, рифма по поводу ТВП-шечка на коде. Ой, аж в ухе что-то случилось у меня. Так, поехали. Снизу Протас Атомас и сверху Теран Грец. Смотрим. Да. Карта кода. Показывал хорошую игру в ТВП у нас Грец. Вчера. Да, не так давно. Не так давно я был молодой. Да, включим, пожалуй, производство. И будем смотреть. Не так давно 5 кобыл под травой. Хватит своей фантазии озвучивать. Я тебя прошу. Да пока не происходит ничего. Вот будет лот, будет сразу что комментить. А сейчас что? Ну, саплай, ну, пилон, ну да. Людям не интересно смотреть, как ставят другие пилоны и саплаи. Потом пойдет 12-й газ, потом пойдет 12-й барак. А вот ой, не в факт. Смысле, 12-й барак. Давай посмотреть, что у нас тут пойдет. Может пойдет 13-й газ. Ой, может, сильно это изменит бордер. Да, это будет лишняя КСМ-очка. Да? Да. Ну ладно. Ну вот, смотри, 12-й гейт, 12-й барак. Все очень просто, Данил. Да, и пауза в рабах, газ у нас тоже 12-й. Ну, вот об этом и говорю, друг мой. Не изменяет себе у нас Виталик. Поехала КСМ-ка после того, как достроила барак, поехала на разведочку. Да. Мы должны заполонять. Отличный мул, кстати, который я у него позаимствовал, реально помогает. В смысле, разведывать нету ли двух газов? Да, в принципе, ну, КСМ-ка вообще, разведывать 15... до рипера КСМ-кой. Да, да, хороший этот. Потому что, смотри, то есть КСМ-очка приезжает, она видит, что два пилона здесь. Она видит, что с одного газа, то есть в этом, на этом тайминге, если прокси оракул, то уже газ ставится второй. Вот, так что, в принципе, да, отлично, от Виталика хороший мув. Вот, ты его позаимствовал, и поэтому ты стал что? Более смышленый, мой мальчик. Вот, смотрит Атомас, никаких прокси-бараков, да, на третьей. Прокси у нас тут на третьей. У нас прокси, все играют очень честно. Все хорошие ребята, никто у нас не делает каких-то... Бекулиточка. Да, а вот, кстати, рипером сейчас было бы, он сейчас достроится как раз под приезд КСМ. Ой, да, дрончика, и... да? Было бы хорошо забрать его для того, чтобы... Хотя, в принципе, технологии понятны, если рипер вылетел на таком... Ну, да, разведывать особо пока нечего, ну... Но все равно, минус... Все равно, да, все равно, да. Какое-то внутреннее напряжение будет. Но, нет, к сожалению, Виталик, да. Не пересечется рипер. Я, кстати, вернул бы сейчас рипера. Его, ну, не, он не видел, не знаешь, просто КСМ-ку, да. КСМ-ка, да. А КСМ-ка, кстати, куда-то не туда поехала. И пошел второй. Она куда-то... Пошел? Она поехала куда-то какую-то бяку ставить, Данил. Она вот, смотри, где она спряталась. Да не, вот выехала пробочка, она хочет второй Nexus будет ставить. Пробочка, я имею в виду. Вот, я все. Второй Nexus пошел. Нет, ну, она здесь спряталась, она тут будет пилон потом ставить. Да, а, кстати, смотри, если камеру вниз опустить, ее не видно вообще. А если вверх поднять, то видно кусочек. Ну, надо быть дико глазастым, чтобы ее увидеть на самом деле. Ну, вообще, да. Виталику бы забрать пробочку вот эту, которая осталась. Не успеет на... он убежать, ему надо убегать. Да. Ну, ничего страшного. Убежал и убежал. Факта пошла от Греца, то есть нет, Грец не играет в тот билд, в который он играл вчера против Протосов. Да, он видит, через он второй командный центр, через факту будет дропать миночку. Все... Дроп миночек, да, будет? Да. Почему нет? Просто спросил, будет ли дроп миночек. И сейчас КСМ-ка попытается заехать. Нет, она просто прочекает наличие второй. А вторая есть, но она наверху. Не КСМ-очка, а дрончик тогда уже. Дрончик, да, ну, да, да. Это, в принципе, не суть, важно. Не, я просто, ты сказал КСМ-очка, я начал смотреть, где КСМ-очка у Протоса лазит там, а ее там нет. И рипер видит, что вторая стала. Рипер понимает, что уже почти шестая минута, что где он... Где Роба? Спичит. Роба есть, конечно же. Сейчас Грец должен увидеть Роба, посмотрим. Он вот сейчас может пожадничать и не увидеть. Нет, не, он на... увидит. Да, видит, да, он Роба, проклацывает его и уходит. Он знает технологию, больше ему ничего не надо. Все, и рипер такой, да, назад.
на всякий случай чекает он возможные места постановки какой-то прокси. Конечно. Кстати, сейчас пробочку он-то вот эту заберет. Ой, блин, дрончика. Если найдет. Ой, ну, короче, да, пробочку там. Дрончик-то... Да, уже, найдет да, он ее. Затормозил. Оп, видит оп, он. Оп, видит пилон. Окей. Он. И пробочка умирает. Оп, и к пилончику и возвращаются. И пилончик выбивается. Да. Пилон, наверное, ай-яй-яй, успевает. Ах, черт, отменил. Все-таки отменил. Увидел он Мариков и отменил пилончик. Жаль. А, смотри, Рейвен пошел. Ну, боится дарков, значит, играть. Да, не стал он... Так он Твайлайта не видел. Не стал он дропать минки. Ну, не знаю тогда, зачем ему Рейвен. Ну, я не знаю. Ну, ладно. Подрезать опса, ну, это как-то... Не, ну, может... Как-то очень слабая задача для того, чтобы строить Рейвена за 200 газа, чтобы подрезать опса. Так, ну, подожди. Ну, вот танк пошел в заказ. Может быть, это он хочет сделать. Ага, он хочет сделать, наверное... То, что он уже недавно делал. А-та-та? Кидай мулов. Заказан инвиз. Кидай мулов. Да, он будет играть мех. Да, новый билд от Греца. Но ему бы мулов кинуть парочку. У него много энергии. Даже три можно мула кинуть. Ну, посмотрим. А ему мулы действительно нужны сейчас, потому что... Ну, даже инкам меньше, чем... Тоса? Ну, у Тоса на 9 рабов больше, кстати. Тос спустит рабов, Тос заказывает Иммортала, кстати. Это хорошо. Тос мог понять. Танки вскрывает Иммортал, да, просто о чем это? Божественно. Заказывает Иммортала, он ставит роба, роботехнический узел, колосятню так называемую. Ставит Твайлайт. Видит обсервер все это дело, безобразие. Да, идет сейчас поджим. Видит, говорит, что есть Immortal, и решает просто отойти. Да я думаю, он ждет баншу. Возможно. Он просто посмотрел состав армии, хотел, было в идеале, конечно, было включился фотон оверчарж внизу. Этого не случилось, ну и так неплохо. Баншо сейчас будет пытаться что-то сделать Грецина. Третий командный центр у нас пошел от Греца. Да, почему нет? Ой, вот полетела имба. Да, и все, вторая факта становится, это... Ну, это и так было, в принципе, понятно, но теперь со 100% вероятностью уже можно утверждать, что это будет мех. Да, Blue Flame. Заказан у нас у Греца. Кстати, вот я вот сейчас думаю об этом муве, вот он зашел и ушел, показал Мариков. Возможно, это еще, знаешь, такая попытка обмануть. О, я там пришел, вот да, кстати, буду харасить Мариками, да, не показывал. Да, показал Мариков своих. Да, а кстати, Протас вообще играет без, он ничего не знает абсолютно. Ну, он по косвенным признакам может догадаться о мехе, он видел Рейвена, он вот сейчас он увидел Инвиз Баншу. Да. Для него это есть особо неприятно. Тут есть и, ну, тут есть обсервер. Банша успевает вылетать из рейнджа обсервера Вижена. Минус 3 рабочих на банше, в принципе, неплохо. Ну и плюс разведочка, не забывай. Ну да. Смотрел, да, с колоссом вот прямо сейчас будет закончено. Грейды нету ни у одного, ни у другого никаких грейдов. То есть ребята вкладываются непосредственно именно в армию. Особо в грейды никто не выходит. Мало того, у Греца даже еще нету арсенала. Да. Что что-то происходит с рабами, у Греца мисклик какой-то. Да не, я от тебя вижен поставил, очень быстро пойду налью себе водички, окей? Да, конечно. Да, вот давай. Все. Да ты сейчас за рипером смотрел? Разобрался. Грец, нет, я за рипером не смотрел. А, значит, это другой сервер. Ты смотришь сейчас на баншу? Да, я смотрю сейчас на баншу. Сейчас я смотрю на третий ЦЦ. Да, от тебя вижен, да. Да, и... КСМ-очка поехала куда-то. Интересно, заметил он этого дрона? Думаю, должен был он его заметить. Выбивает пилон Грец. Так, и уже так потихонечку собирается. Вот 5 факторок. Машина уже такая неплохая. Хорошо тратит Грец. Тут будет планетарка на третий. Так, а Протас тем временем... Да, тут раз и миночка. Оп. Извините.
полетела иллюзия в разведку, и сейчас у нас Протос Атомос поймет, что это мех, что он столкнулся с очень необычным открытием. А, кстати, Атомос у нас добавил тонну гитов. 6 гитов уже будет у Атомоса. Выбивается еще одна КСМ-ка. Нексус, я смотрю, он в неплохо другом месте, контролит. Да, решил поставить, играется ему. Да, в другом месте закон, он просто закопал. Его ставит. Минку он решает пока не выбивать. Штормы, переход в штормов. Ну, штормы против меха. Ну, в принципе, да, не очень штормы против меха. Единственное, что нельзя... Как говорил человек, который делал гайд по меху против Протоса, хуже, чем попадать под штормы мехом, может быть только попытка выйти из-под штормов мехом. Да. И это так и есть. Хорошо, кстати, банши здесь у нас. Да, банши просто вот, они заходят, держат неплохо. В напряжении, напрягают Протоса, выбивают ему с газа рабочих. Одна банша теряется, вторая банша, наверное, нет. Нет, тут сейчас товар будет. Да. У обсервера есть уже скорость, да, насколько я понял. Да. Это не страшно, в принципе, ничего страшного не случилось. Забывает Атомос рабов своих, они стоят, курят. На газ он тоже не переводит никого. Да, вот смотри, видишь, вот казалось бы, выбил с газа рабов, и с минуту газ не качался. Это не так. Это неприятно. Не так важно, да, как кажется, это очень неприятно. Ух, и вот она, машина меха идет. А? Идет просто семимильными шагами. Под грейды, видишь, именно таймингово выходит у нас Грец. 1-1 грейды. Да, закончил, вот как раз закончил 1-1, и он пошел атаковать. Заказано 2-2 у Греца, и эта машина просто идет вся сейчас выбивать. А у Торов по колоссам атака этот же ж, вот, честно, я тоже об этом подумал, я не знаю. ПДД. Ну тут, как бы, да, в основном банши должны давать дамаж, танчики, банши. ПДД, я да, остаются голые колоссы, которые сейчас будут просто на халяву я убиты. Я не вижу, не успеваю. Блин, убили Торов. Спасибо, вы убили Торов, я не успел тут посмотреть. Куча танков, израненный Тор, вот кидает Грец Мулов, чтобы его вычинить. Ну, в принципе, неплохо, он разменялся. Ну да. Этот критическое количество колоссов не получится теперь собрать у Атомоса, потому что осталось 2 колосса. Пошли шарики. Тут сейчас да, приедет куча гелионов, трансформируется, наверное, в халбатов. Нет, они будут заезжать каким-то. А, ну, налом посмотрим. Ну, это уже неплохой налом. Танки выбьются, скорее всего, да. Грет решил сделать осаду, которая не особо не была в плюс. Да, отбивает осаду. У нас Атомос, ну, можно сейчас попробовать потом гелионами залететь на натурал, тут никого нет. Можно, почему нет? И Грец это и делает. Это и делает, да. Сейчас тут Блуфлеймом будет... сейчас просто вырежется покарает минеральная рабов, линия. Да, да, хорошо. Надо немножечко отлично поконтролить. Минус 12. Это да, минус 14. Минус 14, уже. Минус 16. Отлично. Минус 16 рабов. Отлично заезд. Просто... 4 гелиона на 16 рабов, это просто супер. И банша, смотри, веселится на третьей у нас банша. Да, банша на третьей тут дорезает то, что еще не дорезано. Хорош, хорошо, Грец, хорошо. Минус 21 раб в итоге. Так, боевые единицы, 38 на 70, на 69 у нас по рабам. Угу. Учитывая мулов, это просто катастрофическая. А то Протосу сейчас надо просто брать все, что у него есть, и идти в All-In, потому что сидеть дальше с такой экономикой, ну, как по мне... Да, катастрофическое положение для Протоса. Да. Это ты прав. Четвертая перелетает у Греца. Да, уже четвертая база у Греца, и Протос, пожалуй, таки... Да, Протос выходит все-таки в All-In, но тут будет тяжело проходить, вот забегать на рампу с разложенными танками и так далее. На третьей тут планетарка и 3 танка. Это тоже, это просто не пробивается. И опять Грец. И опять заезд рабов, да. И на заезд наверх. Сейчас Протоса вообще не будет рабов. С Блуфлеймом гелики даже отлично воюют с зилками. Да, с зилками. Он, в принципе. Кидается у нас...
Гончая, и гончая прямо в гончая этот... заходит. Да. Да, рабов все, рабов фактически у Протаса нету, и Протас сейчас будет доулынивать. Тут надо... А куда ему идти? Вот что ему убивать? Я не знаю, пусть... На натурал заходить, это... Что хочет, то и убивает. Это дико невыгодно будет. Вот тут уже рабы готовы все вычинивать. Посмотрим, такая серьезная битва здесь. Танки, ой-ой-ой, как много танков, они вне позиции, но здесь разбирает абсолютно. Да нет, это было изначально проигрышный вариант туда заходить. Тут ну, танка, да. Планетарка. Ну, все, и тут надо писать ГГ и выходить. Да, GG пишет. Он так и делает. Атомас, да, третью выбивает, но четвертая это у Греца стала. Хорошая игра от Греца. Умничка, да. Да, молодец. Начал он играть в мех. У него это получается, как мы видим. Да, и вот смотри, как сразу падает АПМ при игре в мех. У него так АПМ в районе 200, если я не ошибаюсь, а в мех 133. Не надо такого дикого контроля. Да, очень-очень-очень хорошо. Ага, вот все-таки есть у них ГМЛ, третий человек в Мапуле. Есть, есть, да. Да, да. Сейчас будет играть у нас Мэтсон. Да, у нас сейчас Мэтсон. Тут, если я не ошибаюсь, пока тебе не обыграли, да, ты играешь дальше. Не ошибаешься. Мэтсон с Грецом. Предоставлю выбор мапы у нас будет. Стартовая только основная, а там люди уже выбирают. Да, пропустил как-то Протас полет ракеты гончей. Сталкера. Видимо, он просто сталкером стоял в толпухе, там где был Зилот, и Колосс, и Мортал. Отлично, только что я вот пересмотрю репку, и эти рабочие стояли на автопочинке. И они дернулись чинить сенсор Таура. Да, есть такое у них. Да, хотя должны... Они еще любят чинить друг друга. Вот, выбивало... Тогда начинается полный сатанизм. Так и вышло. А потом они после починки сенсора Таура, когда его убили просто-напросто, они начали чинить друг друга. Думают, оу. Так, следующая карта Terraform, а играет у нас Мэтсон. Мэтсон, да. Приглашай ребят. Что ты пишешь, Ю? Хочешь, чтобы он делал карту? Нет, я этот завтыкал. Нет, я ж создал уже. Ну да. Я ж создал, ну, да. Приглашай. Да, да, конечно. Мэтсона и стримера. Конечно, конечно, я уже пригласился. Так, а ну слезь оттуда. А то ты что-то занял почетное место Мэтсона. Так,
все здесь, сделай тоже судьей человека, а то ему. Да, конечно, бит. Конечно. Да я отвлекался. То он скажет, что это. Админ ресурс, да, применил. А, ready when you are. Окей. Грец. Все, поехали. Поехали. ТВТ сейчас у Греца будет. Показывает Грец у нас. Могет довольно... Грец, да. Грец вообще очень хорошую игру показывает в последнее время. Да. Радует он прогрессом своим. Terraform. Нормальные две карты. О, сейчас будут отыграны. То есть это Кода и Terraform. И дальше пойдет адовый сатанизм. Ну, вот. Почему? Еще есть на 4 респа карты. Тут же мапу ладерный. А, ну, я имею в виду про дуэльные карты. Я хотел сказать, но не успел. Ты начал доказывать мне, что... Я нехорошо себя веду и так далее и тому подобное. Ничего я тут тебе такого не доказывал. Да что ты доказывал? ТВТ-сочка на Terraform'е. Внизу у нас Грец, внизу у нас UA Team. И сверху у нас Мэтсон. ТВТ. Два тиранчика. Есть Мэтсон? У Греца Special Tactic на ТВТ, наверное, он может быть тоже сыграет его. Думаешь? Да. А какой у него? Ну ладно, не говори. Я, если честно... Знаю. Где-то я пропустил что-то, наверное. Да вот недавно он его играл. Пытаюсь вспомнить. Риперы гелики там. А, да, есть такое, есть, да. Хорошая Special Tactics. Отличный, да, там под пуш такой существенный. Серьезный, если не разведать. Да, если его... оппонент не готов, то если его больно. Не разведать, если нету бункера на входе, то извините, до свидания. Там главное, там суть такова, что ты не должен дать построить бункер. Так, пошел газ. До барака пошел газ. Угу. Очень похоже. И Мэтсон играет нечто похожее, кстати. Да. Посмотрим так, дальше. Поехала КСМ-ка в разведку от Греца, как всегда. Он не изменяет себе, он очень сейфовый. Любит гонять. Да, любит знать, что делает оппонент, это правильно. Это хорошо. Газа он уже больше натаскал, то есть он явно у нас ориентирован на какую-то раннюю атаку. А Мэтсон у нас тем временем будет играть 4 риперов, судя по всему. Да, по всей видимости, это будет 4 рипера, потому что остается второй барак. Ну, Грец это пристроек. Видит, он это понимает. Я уверен, что он это понимает. Гелик нужен, да? Да. Гелик, Марики, наверное, все... не лучший вариант, да, но Гелик хороший вариант. Ну, Марик, да. К сожалению, один на один рипер убивает Марика, поэтому Марик не лучший вариант. Еще, к сожалению. Это хасовый юнит, он должен убивать. Представляешь, у тебя один на один батон не убивал бы, допустим, викинга. Это было бы просто чудесно, я бы больше вообще ничего в жизни в этой не хотел. Так в основном же не играют в карьерах, вот в чем суть. Здесь два Марика, они начнут стрелять по риперу, пожалуй, раньше. Да, рипер будет забегать в лоб, судя по всему. И он сейчас умрет. Нет, сконтролил у нас Мэтсон. Да. Да, идет второй ждет рипер. Третий рипер в заказ пошел. Да, и четвертого он решил не делать, он построил лабораторию. Ну, правильно, он понял, что риперы, наверное, не зайдут уже. Есть два гелика, есть 4 марика. Нет, я не думаю, что рипер зайдет. Да никуда тут уже никто не пойдет. Тем более, что альтернативный запрыг заблокирован. Да, это молодец. Виталик, он понял. Один рипер теряется, и второго можно, наверное, или нельзя. И второй и теряется, еще рипер, да. Теряется, и в контратаку у нас бежит Грец, тут в экстренном порядке ставится бегом бункер. А бункер бы этот выбить было бы так замечательно. Сейчас геликами можно заехать и забрать эту КСМ-очку. Если успеет. Нет, не стал, не стал. Не успеет Грец. Он. Да, тут. Жаль, позиция-то была хорошая у него.
Ну, он же не видит, что наверху происходит. Да, понятно. Он просто побоялся потерять. Сейчас он увидит бункер. Наверное, отойдет. Есть такой смысл, наверное, отойти. Ну, тут он сейчас может довольно долго не выпускать Мэтсона вниз. Да. А сам тем временем... Нет, сам он не ставит... А, нет, вот пошла вторая все-таки, пошла. Вторая у него ставится на натурале, так что все нормально. Мэтсон Мэтсон не спалил. Лифт будет. Да, будет лифт. Все-таки будет. Да, бункер как раз будет отыгран. Но не знаю, насколько удачен будет лифт. Смотри. В принципе, лифт довольно неплохо отогнали. Да, сейчас надо перезагружаться. Да, отлично. Да, и все, Ивропов поехали. Ивропов, поехали нарезать. Пристроечка выбивается. Не выбивается пристроечка. Да зачем? Тут есть более вкусные цели. Да, это гелики, уже минус 3. Ой, марики как в ряд стали неплохо только что. Ой, да, хорош! Ой, все, паяет рабами гелионов, это ой, уже... Ой, хорош! Ой, это хорош, уже победа минус 10 рабов, ну когда, все, это да, уже, как, когда у тебя рабы едут паять гелионов. Вот вышел гелион. Ну, рабов бы еще немножко забрать. Да, было бы неплохо. Прекрасно. Давай. Тут под выеченкой у нас... Ну, это отходит да. Гелиона, а, хороший, все, хорошо, нету да. Гелиончика, все, можно рабами GG пишет. GG, Грец берет вторую катку. Да, вот тебе и Грец. Да, вот сработало. Видишь, сориентировался Грец, что ему дальше делать, и... Оказалось бы, все так просто, саплай поставь туда. Да, кстати, да. Поставь туда саплай, и уже было бы не так весело бы залетать туда. Так, who is next? Следующий ГМЛ. А тут нельзя менять порядок игроков, да? Вот так вот, как написано. Можно. Вот можно, да. Прошу прощения. Хорошо сконтролил Грец. Да, вообще хорошо сыграл. Пропал куда-то из чата. А, не, есть. Не, есть ГМЛ? Да. Есть. Он перестал быть ГМЛом почему-то. Чего? У меня он теперь не ГМЛ. Нет, я только что наблюдал, что он ГМЛ. А вот он все-таки ГМЛ. У меня он в общем чате почему-то светится как ML. Не. У Мэтсона, кстати, Steam завершился, но было поздно. Да, уже не помог. На рабов Steam не действует. Я тоже тиран. Видимо, досматривают репку, ребята. Ждем. Стрим, да.
Ожидание так томительно. Ожидание утомленно. Всего лишь 6 человек у нас в эфире. Никто не комментит, не пишет никаких веселостей. Ага. Я люблю тебя, мопед, может? Я люблю тебя, мопед. Могу спеть просто песню «Я люблю тебя, мопед» из моего платинового альбома. Я люблю тебя, мопед, но ты меня снова и снова. Нет. Нет, Данил, не из этого платинового альбома. Это другой платиновый альбом. Странно, вот я не могу понять, почему у некоторых стрим лагает, у некоторых нет. Не знаю. Это потому, что надо, наверное, отблок выключать. Вот у кого выключат отблок, у того стрим работает хорошо. Нет, ну, надо проверять трассировку до Гудгейма, допустим, до СК2ТВ. Может быть такое, что именно непосредственно этот провайдер поменял маршруты. Может быть и нет. Там надо много всяких разных вещей. О, Quad Maps Left. Так, а Left это у нас, которые были, да? Вот Maps, которые какие карты остались? Вот Maps a Left. Какие карты? All. Without. Without. Without кода. А ты уже пишешь, да? Uh-huh. And Terraform. Ой, после all запятую надо было. Да какая разница? Ну да, наверное, поймет. I'm next пишет. Да, пишет Gmail. Divinesia или как? Divinesia. Divinesia. Молодец, хорош. У тебя произношение. Divinesia. Да, гимназия еще говори. Gymnesia. Go for Art Fortress. Okay, man. Art Fortress. Good map. Good map. Good luck, good not skill. Not Moonlight Madness, thanks. No GG, no skill. И так далее, и тому подобное. Так, приглашаем. Грец. Так, я заскочу и на секундочку отскочу. Ты самостоятельный. Кончился водичка. Приглашаем всех остальных. Да, да, Виталик, конечно, я же инвайчу тебя. Ага. Так, все, спрашиваем у ребят, стартуем. Готовы ли ребята? Ребята, готовы? Ребята пишут, что готовы, и мы начинаем. ТВТ снова, только теперь ТВТ с ГМЛом. Паладин из Диабло 3 у него на аватарке. Видимо, он купил делюкс издание дополнения 3 Диабло, где был Паладин. Но это не важно. Так, у нас кросс-респы. Вверху у нас красный из команды UA Team Terran Grets. И внизу у нас из команды Superb, или как их, Microne Supremacy. Ой, у меня игра свернулась. О, все. Так, Terran розового цвета. Divinesia. Наверное, так. Divinesia. Как-то так. Угу. Кросс-респы у нас? Да, кросс-респы у нас. Да, ТВТ на кросс-респах, Iron Fortress, лях-лах-лах. Вах-вах-вах? Пусть будет вах-вах-вах. Я саплайка, ты саплайка, все мы братья саплайки. Саплайи.
Опять газ до барака у нас играет Грец. Опять газ до барака играет у нас. Да, и Дивинезия тоже играет газ до барака. Все. Все играют газ до барака. Мы любим тебя, газ до барака. Хорошая кемка такая, газ до барака. Можно много всяких ништяков сделать с газа до барака. Забаню тебя, пожалуй, на нашем канале на Гулгейме на 30 минут. За что? Да просто так. Ты мне просто не нравишься, ты поставил Гомера Симпсона. Ну, я фанат сериала, да. Так, поехала КСМ-ка искать оппонента. Николай Баскова, ты фанат. Так, все нормально. Все оба чекают горизонтальные респы и со второго раза найдут друг друга. Оба поехали, да, на ближние респы. Найдут друг друга. Как звучит, сразу почему-то вспомнилась программа «Жди меня». 937-9992. Звоните. Не будьте равнодушными. Ты открыл монетизированный номер телефона? Нет, это ты что, не помнишь? Ты что, не видел? Жди меня никогда. Вот не поверишь, ну вообще ни разу. Ну вот это ты даешь. Там же ж людей искали, которые пропали там в разных ситуациях. Нашли всех? Да, я думаю, что не всех, но все же. Это просто телефон, жди меня, 937-9992. Очень похоже, что Грасс у нас будет баншу делать. Ну, сейчас все разведается. Да, тут будет разведка. Хотя а вот Риппер Грасс, сейчас... кстати, имеет шанс не заехать. Смотри, Риппер вылетает, и Риппер, да, и вот он ловит КСМ-ку, и все. Все, да, и не разведал. Да и Грец не разведал. А Грец тоже не заедет, он, да. Умирает КСМ-ка. Что у нас? От обоих игроков. Ну, кстати, банша будет поздняя, если она будет. Не будет банши, тут заказывается второй Риппер, заказывается Гелион. Вряд ли это будет банша. Да, но и Грец, я думаю, вряд ли будет играть в тот же билд, который он играл в предыдущем матче, потому что... Ну, конечно, да, он был виден, этот билд. Я уверен, что Дивинзи я смотрел. Или ему подсказали, что играл Грец наверняка. Да, я думаю. Выезжают. Риппер Гелик выезжает. Сразу точка сбора в атаку у нас идет. Два Риппера Гелик? Ну вот... Два Риппера, два Гелика, да? Это по... Да. Mm-hmm. Что-то такое. Застраивается стеночка на натурале. Не знают оппоненты ничего друг о друге. Ну, как косвенно они, конечно, могут определить. Вот, в принципе, Дивинзи я видел Риппера, он понимает, что 50 газа первые залиты в Риппера, как бы самой ранней банши не будет. А Грец видел Марика, и, в принципе, ему стоит опасаться. Ну да. И, кстати, и вот у нас пошел инвиз, да, ему он, как бы, когда видишь, что открытие было не через Риппера, а через Марика, это какая-то ранняя технология, скорее всего. Угу. То есть... А в принципе, заказана Минка, заказана Банша с инвизом, а сейчас бы было на Рапрофите все-таки первым заказать Викинга. Ну, он решает через инженерку отдефаться. Ну ничего, здесь вылетела Банша, и надо уходить домой. Ай, Гелика разорвало. Да, умирает Гелик. Рейвен пошел от... Да, и вот пошли у нас викинги, а банша полетела харасить в то же время. Ну, Рейвен заказан от... Да, Рейвен заказан. Заказано. Заканчивается, тут есть 6 мариков, в принципе, более или менее безопасно все для Дивинзи. Вторая ЦЦшка наверху у нас у обоих игроков. Туретки как раз вот достраиваются к прилету, хорошо достраиваются. Эта вот туретка не успеет. Ну, тут есть еще туретка. Есть, нету света. Вот, ну, надо же было сэкономить свет. Ну. Не, здесь викинг уже будет доставать, видеть. Ну, вот туретка, да, конечно, до сих пор нет просветки. Еще 15. Но уже минус 3 рабочих, как бы вроде как да и готов был, а вроде нифига. Тут заказан Рейвен. Ну тут потому что надо было до банши заказать викинга. Раз ты, когда ты не видишь, что делает оппонент, заказывай Рейвена и викинга. Это такое правило есть. Это как есть, как у зеркала, если ты не знаешь, что делает оппонент, ставь спорки. Да, как-то так. Ну тут есть Рейвен, сейчас эта банша просто умрет.
Лучше зашла банша у Дивензии. Не идеально, но все равно лучше. Во-первых, она выжила, во-вторых, она нарезала рабов. Она убила 5 рабов, да? Да. Но Греца банша не очень зашла. Кстати, я Греца баншу пропустил почему-то. Она убила 2 рабов и умерла. Нет, под мариками. Я видел. Да, я уже наконец переключился, но ее плохо было видно в розовом вот этом оттенке. На мини-карте, поэтому я как-то ее упустил. Минки закапываются, посмотри, как на. Да, это смешно. Надел наги. А кто кинул свет? Кинул свет у нас ГМЛ. Умно. Да. И такой развод. Минка в лоб, банша. Минка в лоб, банша убегает. Вот здесь. А тут у нас 3 рипера хотят себя реализовать все-таки хоть как-то. Да я не думаю, что у них это получится. Мех от Греца и био, да? Да, все-таки танкомарики от Дивинезии. Вот так. И в теории вот танкомарики от меха должны отлетать. Это в теории, главное как. Конечно, да, как сконтролишь, да. Мех это ж такой. Так, здесь умирает банша Греца. Да, умирает. Просто здесь шикарно ловит на самом деле, да? Дивинки. Да. А он там на патруле летал 2 викингами Рейвеном. Убиваются камешки. Угу. И идет атака. Такой биомех. Ну, вот смотрим на реакцию Греца. Вот я смотрю от его вижена, он сейчас видит. Да, он сейчас это увидит, он стоит, контролит Зелнагу. Видит, что на него прет мошна. Атака, да. Так, ну ему надо занять хорошую позицию танками. Есть. Танки есть. Есть Рейвен, который. Рейвен есть, но умрет. Вот викингов. Да, здесь много викингов. Да, викингов сейчас не хватит Грецу. Надо, чтобы успелось достроиться. Вот достроить. Надо туреточка. Туреточки, чтобы успели достроиться. Есть одна, и значит и вторая достроится уже. Ну, хотя тут настолько много пришло. Да. Здесь очень много пехоты было. Да, это чуть. Пехота просто ценой своей жизни просто пробила танки. В принципе нет, играется дефается. Ну. Нет, она дефается, но он уже играет с отставанием. Посмотри, сколько рабов у нас у Дивинезии и сколько рабов у Греца. 45 на 27. Да, 45 на 27, это да, печально. Да, это существенно, такое очень сложно отыграть в зеркальном матче. Вот, даже выбьются вот эти танки сейчас 2, понимаешь? Но тут дроп пошел. А дальше полетел тут дроп. Пошел дроп на майн. Викинга надо посадить, да, правильно. Ну а дропа-то чем отбиваться? Наверное, нечем уже, да? Какие-то. Тут стоит 2 гелиона, курят у нас марики. Не маленькие КСМ-ки. На 50, Данил. Ну, это не отыгрывается. Я не знаю, это должен быть такой заезд в гелионов хороший, да, чтобы вырезать. Тут вот пошел дроп, сейчас тут станет еще меньше рабов. Да. По итогу. Раскладывается танчик. Эх, не успевает под вычинку попасть. Танк Греца. Да, рабы. Пошли убивать танки. Рабов становится совсем мало. 28. Паяют викингов. Ну, отбивают. А, этот, господи, вычинивают викинга. Все продамажено, все. В принципе, есть третья, конечно. Ну, не знаю. Ну, и третья есть уже и у Дивензии. Грейды лучше.
Да, вроде вот так вот посмотришь, да, ну, вроде же все правильно, ну вот, а, ГМЛ. Там поймал баншу, там чуть лучше сконтролил. Из мелочей. Да, да, да. И так вот оно на мелочах. Просто состоит игра, да. В этом-то же отличается ГМЛ от МЛ и от других этих. Это том, что он за счет мелочей вот этих он использует. Он их чувствует и использует. Вовремя поджим, понимаешь? Вот просто вот вовремя поджим он сделал. Греца было не так много, он не успел еще намасить, да, как бы пехота же быстрее масится, чем, ну да, чем мех. Вот, он не успел Грец намаситься, ему бы еще один танк, понимаешь, если бы танк успел выехать разложиться, было бы совсем по-другому все. 43 на 59 уже рабов как бы неплохо. Тут будет очень сложно сейчас Грецу выходить на третью, я даже не вижу, как он это сможет. Да, сделать. Да, 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 потому что здесь идет уже блокада такая небольшая. Он его не выпустит просто на третью. Постоянный. А тем временем постоянный. Уже четвертая дотекание. Становится у Гвинти. Ну а почему нет? Это, конечно, он же держит Греца на сухом пайке, скажем ну, так. Ну да, и это позволяет ему немножко халявить. Это если бы Греца улетела куда-то вот сюда, вот, или там вот сюда. Это что? А, ну, ЦЦ-ха, если бы улетела. Да, 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 вот идет свет. Смотрит Дивинзи, оценивает ситуацию. Да ему нет смысла даже проламывать сейчас все это. Пробивать, не он, пробивать, кстати, он решает дропнуть. Пробивать. Он уже как бы в экономическом преимуществе, поэтому все-таки решает пробивать он. Ну, у него не выход на танки стали, потому да, что да, да, у него да, нет. Немножко он не очень хорошо это сделал. 3-3 у него в пехоте сейчас будет, а у Греца 0-0. Ну, 3-3 уже можно просто под Симами на танки забегать. Да, кстати, да. Очень. Да, и вот решает Дивинзи, что окей. Как говорит Полт, я тут встану и буду... Постою, подожду, а ты да, делаешь... Да, подожду, больше. Пока у меня будет 3-3 гриды и 200 лимита, а потом... А потом просто приду окликом, в принципе. Даже решает не ждать, он 3... А нет, 3-3 он все-таки под... А нет, 2-2. Нет, 2-2 это пока. Да. Вот так вот, где же викинг? Раздача не слабая слоников. Танки играют в не особой позиции. И сейчас будет тупо масс-дроп, смотри. Да, масс-дроп наверх. Пока его ждут внизу. Да, удачи, ребята. Дивинзия дропается наверх. Тут викинги пытаются это все дело поймать, кстати. Не получилось. Ну да. Викинги вовремя сориентировались. О, ну смотри, вот этот на ломе. Да, 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 тут куча мародеров. Они отлично держат танки. Ой, мародер забегает под этим. Под гончей забегает прям в толпу Кукрет на симпате. Да, это хороший контроль. GG. Действительно GG. Так, итого маємо 2-1. Итого маємо 2-1, да. Так. Пока спасибо, не... Грецу он все равно провел да, хорошие молодец, игры. Молодец, Виталик. Молодец. Хорошие игры у него были, что с Протусом, что с Тираном. Так, пока ребятки досматривают трансляцию. И... Да, Бами, можешь купить премиум, закинуть мне на карточку... Я что-то для тебя придумаю. Так, пока досматривают и выбирают следующего игрока. Может, это будет Зипер. Вот. Я быстро отойду, воды налью себе. Да, давай, конечно.
Так, ждем сенсея. Да. Кто у нас будет убивать этого ГМЛа? Кто попробует? У нас есть бронелоб, есть зиппер, есть бами. Решил не напрягаться, а то я в чашечку себе наливал, как культурный молодой человек, и взял бутылку сразу. Ты как Димага, банк убери. Да, кстати, отличный вариант. Да, угадал я с оппонентом. Карта. Да, конечно, спрашиваем, какая карта. Как думаешь, будет какая-то макрокарта или терминал? Из макрокарт у нас остались, в принципе, только кактус Волый. И все. И все. Я же закончил предложение. Да, есть еще, конечно, там мосты. Ну, мосты я бы не называл макрокартой. Ну, почему? Назвай респа, как ты любишь. Терминал. Вот так решает вот зип. Так. Угадал я, в принципе, от зипера. Свое предположение, точнее. Оправдали все. Зиппер, Дивинезия, и ты запрыгнул уже, нет? Нет. Уже ты запрыгиваешь, да? Да. Какой хороший мальчик. Куды ты пошел? Я не тебе. Бами, это премиум, пока ты, к сожалению, у нас купить не можешь, потому что мы не являемся премиум стримерами. Поэтому извини. Ну, премиум, ты можешь, премиум ты можешь купить лично у Данила или у меня. Вряд ли от этого изменится твоя жизнь на портале Good Game, но нам будет приятно. Мы обещаем говорить о том, о чем ты попросишь. Ну, нормально? В рамках приличия, да, в принципе. Конечно. Мы можем. Да нет, что ты, ну в самом деле. Ну ты что, продажный в конце концов? Ты за какую-то копейку удавишься? Не, ну, стример это, в принципе, в каком-то смысле журналист, а все журналисты, они, в принципе, продажные. Нет, я стримера журналистом бы не называл, это больше как комментатор. Ну, в каком-то смысле. Комментатор, комментатор, да, он, да, в принципе, такой парень. Ну, я не могу назвать. Короче, все. Все. Ой, все. Ой, все, да. Ой, все. Так. Начитай, я подойду сейчас. Сейчас меня спрашивают стрим на Сайбере. Так, поехали. Так, у нас 2-1 счет. Так, и внизу у нас зиппер, синий тиранчик, и снова розовый тиранчик у нас Дивинезия. Вот так вот. Да, вот так вот. Велыков и пишут, ребятки. Отслеживаем мы. Отслеживаем и чатик, общение в чатике. Ставим плюсики, как просит у нас Бами. Так, и смотрим, пока, соответственно, ничего интересного не происходит, пока у нас идет открытие в... Данил, они начинают открытие с саплаев, представляешь? Не может быть. Угу. Вот это билдордер. Ну, значит, они будут строить больше 10 рабов. Ничего себе! Так, они начинают с бункера, одинаковый тайминг фактически. Нету здесь бункеров, здесь есть бараки. Да! Черт. Не знаю, да, я, почему. Кстати, ну отвлекусь, я придумал, как продавать премиум, пока так. Мы не премиум стримеры. За подвейную перегонку я не буду продавать премиум. Не, ну можно, допустим, каждые 5 минут говорить там Бами самый лучший игрок StarCraft. Ну, за премиум, как вариант. Можно, потом нас будут называть продажными этими бамилизами.
Так, смотрим. Бами, ты уже должен нам денег, кстати. Парагас у обоих игроков. У обоих одинаковый. Да, одинаковый билдордер. Да. Только у Дивинези Рипер немножко чуть-чуть пораньше, буквально на 2 секундочки. Ну, это не суть. В принципе, важно. Да. Вот так вот. Это видишь уже вот чисто это на рефлексе. Видел? Да? Да, видел, конечно, ну, видел. Это именно рефлекторное движение, да. Такое. Очень хорошая, кстати, привычка. Вот так, зиппер да выпендривался. Хотел запаять КСМ-ку, КСМ-ки просто убили его толпухой. Это секта КСМ. Иди... Да. Так, а ну смотрим, чей рипер выстрелит быстрее. А они вот разминутся. Представляешь? Вот так вот. Ну, Дивинензия знает теперь о рипере. Да. И выстрелит он быстрее, кстати, наверное. Хотя и зиппер есть... А! А, зиппер не сконтролил. Вот надо было запрыгнуть ему, и тогда бы он выстрелил первее он. Ну ладно. Второй рипер у зиппера сейчас. Второго рипера, да. Да. Дивинези нет, у него вторая ЦЦХ идет. Зиппер тоже строит вторую ЦЦХ. Ну и все, зипперу можно как-то реализовывать этих двух риперов. Нет? Такое. Как? Ну, не знаю, на базу к нему лететь и стрелять по рабочим, наверное. Ну, он же знает, что там тоже есть риппер. А он один, а у зиппера их два. Зиппер не может этого знать сейчас. И вот так вот тут. Дивинензия в итоге реализует своего риппера. А зиппер откладывает постановку ЦЦшки, откладывает постановку факты. А зиппер продамажил кучу, короче, этих, скажи мне, я тебе скажу. И никого не убил. Не, он убил двух рабочих, но он потерял двух риперов. Это ужасно. Ну да. И тут продолжается. Зиппер теряет трех. Да. Продолжается тирания от рипера. Ох, как же ж контроли. Да, неплохо. Убивается, но, ну, потери, смотрим. 6 рабочих потерял Зиппер. На одном рипере. И Адивинезия потерял 2 рабочих тоже на одном рипере. Вторая база, вторая ЦЦХ у Дивинезии уже внизу, у Зиппера она еще наверху, только делается планетарка. Ой, планетарка, господи, орбиталка. Через Гелиона у нас идет игра. Ой, опять. Блин, я забыл, по-моему, стримера пригласить. Ихнего. Вот я отвратительный человек. Вот экран. Да. Так, делаются, да, немножко Гелионов. И будет танк, да, пошел танк в заказ. Марики. И Викинг. Это правильно. А Дивинензия тем временем делает Медевак. Первым. Не Викинга. То есть Дивинензия у нас будет дальше давить, а Зиппер решает сыграть немножко от обороны. Ой, прям неудобно, слушай. Это из-за тебя все. Извинишься сейчас? Даже что ты больше не будешь так делать, тебя простят. Так, полетел. Извините, я не буду больше стримить. Полетел у нас дроп. Угу. Тут Викинг должен его ловить, и он, в принципе, его должен ловить, и он его даже ловит. Вот прямо сейчас. Зиппер уже как-то должен реагировать. Он все равно будет за дроп. Под Гелионом, вот так вот тут на пофиг. Тут есть танк. Да, ай-яй-яй-яй-яй, вот это да. Очень плохо. Это просто ужасно. Да надо медвак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот жаль. А убил бы вот. Медвак, нормально было бы. 6. А. Нет, рабов зиппер не потерял сейчас. Нет, 6 хп у медвака. А, да, 6 хп у медвака. Это просто ужасно. Это один выстрел одним мариком. Да. Ты прав, друг мой. И теперь вот зипка у нас ловит наверху. А идут к нему по низу. Тут есть, конечно, бункер, но он пустой. Зиппер, к сожалению, вне позиции был, но сейчас... И
Ну посади ты этих двух мариков хотя бы. А зачем? Да, и как теперь выбивать этот танк? Вопрос. Викинга ждать. Да жаль, а вот не отдал бы викинга, да, того зипер? Да тут викинг был очень важен, да. Да. Он бы и медевак забрал и не дал бы улететь в группу. Минус два рабочих. Сейчас будет дроп. Вот с этим медеваком с 6 хп. Забыл вытянуть. Может и не хотел. Викинг вот сейчас кто-то. И вот пошел дроп. Да, этот викинг полетел. О, сейчас по своим рабам. Боже ж мой. Бах, минус 2 свои. Минус 3 рабочих. Минус 4. Минус. Ты посмотри, что да. делает Двензи. Медеваком 6 хп. Угу. На пофиг забирается этот танк, выбивается наконец-то. Да, рабочих уже на 13 меньше. Тоже, опять же, это очень существенно. Все, медеваки вычиниваются в Дивинезии, кстати. Зик полетел в контратаку. Ну, надо что-то делать, ему надо как-то качать. Раскачивать. И, кстати, его там не ждут. Угу. Он может попытаться сейчас как-то хотя бы немножко отыграть отставание по рабочим. Ну, может, конечно. Не знаю, 28 на 41. Убил тут всего лишь одного рабочего. Минус 2 всего лишь, да нет, минус 2. Можно сказать, что это очень хорошо. Он, по-моему, выбил одну инженерку, нет? Нет. Третку выбил и выбил сатлайку. Понеслись вот эти вот дропы, да? Ух, а тут хороший дроп такой летит. Он сейчас может игру завершить, друг мой. Хочу я тебе так сказать. Они, да, они дроп уже стимпак, сильный. Стимпак готов. Но тут передроповывается зипер опять. Есть стимпак, да нет. Да, зипер передропается, но он теряет. И теряет медевак он. И тут вот он дроп со стимпаком. Дроп. Не, это, наверное, завершит сейчас игру на самом деле. Тут два танка, да, это очень больно. И вот два танка зипера выбивается абсолютно быстренько все это дело, и все. Да, это конец. Да, под стимпаком. Хороший выход, кстати, от Дивинезии. То есть стимпак готов, и все. И поехали убивать. Да, GG пишет зипер. Да. 2-2. Суров, конечно. Да. Венезия. Извинился перед ребятами, что я такой скотина. Я в первую игру, ну, я приглашал его, а тут что-то я забыл, блин. Да ладно, расслабься, ничего страшного. Ну, неудобно просто перед ребятками. Неудобно, да? Пропустили игру, в принципе. Всякое бывает. Еще раз извиняюсь. No problem, man. Спасибо за понимание. Если бы он написал shit happened, в принципе, было бы тоже неплохо. У нас остался бронелоб и бами.
Да. Да, дикарь построил бункер и никого в него не посадил. Говорит. Ждем следующего игрочилу. Бронелоп? Не знаю. Помимо, что кто хотел играть, то не хотел. Конечно, теперь уже точно придется сыграть. Судя по всему. Судя по скиллу этого Дивинензии. Дивинензии. Mm-hmm. Да, следующий бронелоб. Данил, нас тут на стриме так похвалили неплохо. Я ж только что там был. Ну вот только что. Написали нам сообщение. Данилушка. Да, спасибо, Ял. Ял. И тыл тоже, да. Да. Была Iron Fortress. Так, остались. Давай напишу бронелобу. Остались кактусы, да? Кактусы, мосты. Что там еще, Данил? Посмотри в лайнапе, пожалуйста. Так. Где-то там. Ну там, блин, так на покойный RSTL очень фигово смотреть этот. Да вот он, Мапул, почему? Кактус. Так, была. Была у нас Кода. Да. Была крепость. Да. Был кактус. Да. Короче, остались лунный мир, мосты и... так, да, остались мосты, остался лунный мир. И все. Все, я пишу. Все правильно, подожди, 7 карт, было 4 катки, еще какая-то. Угу. Лунный мир, мосты, так терраформ был, терминал кактусы, был. Кактусы, мосты, кактусы, и лунный да, мир. Да, все правильно. Все, кактусы, все, мосты, да. Лунный мир. Да, так, стримера я ихнего приглашаю первого. Чтобы не забыть. Ты уже здесь? Не получилось. Да. Все, прошу прощения у стримера. Стример выставил себе быстренько расу, такой чик-чик-чик. Извините, пацаны, играем мы с Данилом. Так, и бронелоб. Бронелоба я как приглашал, не приглашал, приглашаю. Что, Данил, ТВТ сыграешь, может? Да, я могу, в принципе. У меня вроде ТВТ в последнее время неплохой. Я очень рад за тебя. Все, ребята. О, ТВЗ-шечка. Люблю ТВЗ-шечку. Давай, Мишаня. Давай, броня. Тащи. За да, нет, стоп. Нас. Что, стоп? Черт. Что? Ну, Дивинезия написал put me.
Он успел выйти. Успел. Молодец. Так. Ожидаем. Ready. Go-go пишем. Да, запускай. Так, все в порядке? Да. Я, кстати, не понял. Ты понял, почему Дивинези остановил? Нет. И я не понял. Вроде он выбрал Терана, вроде все правильно у него было. Ну, может, у него какие-то внутренние... Долина кактуса, он может, проблем. Да. Внутренние проблемы, то есть он... Ну, мало ли, что а там кот аватар... сел на клавиатуру, а ты видел, знаю, у него вышка? Аватарка, как у компа? У него была нормальная аватарка, а сейчас у него аватарка ИИ. Боже мой! Мы играем не против человека, а против машины! Да. О боги! Представляете? ИИ, читер, кошмар. Так, поехали. Ого! Давай. Респы у нас вертикальные, сверху Теран Дивинезия, ага. И снизу Зерг Бронелоб. Бронелоб. Дэнпул Лоб. Да, финалист последнего ланпати Тернополь показал там отличную игру. Будем за него болеть, переживать. Переживаешь ты только за свои ноги, друг мой. Неправда, я переживаю всегда за своих друзей. Вот Мишаня мой друг, я за него переживаю. Я поздравляю тебя. Да. Я поздравляю тебя с этим праздником. Телевизор, Виктор Федорович, включи. Прекратите. Ты ласковый. Вот так вот. Так, посмотрим, как у нас играет с зергами данный ГМЛ. Дивинезия? Да. Выносит их, я думаю. Ну, посмотрим. Но никто не знает, как играет Бронелоб. Бронелоб, и он уже давно у нас не Тенпул Лоб, ты об этом знаешь. Конечно, конечно, конечно. Это я так решил вспомнить былое, как говорится. Да, он у нас суши макрозерг. Да. В последнее время. Да, 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 да. Да. Тем более карта позволяет, довольно хорошая. Не стоит ему открываться три хаты до пула, конечно, но в принципе можно открыться. Стандартненько. Ну, вчера, кстати, неожиданно зашло. Против Протаса. Да, 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 да. Против Ранкорна играли. Да. Три хаты до пула на Vanny Research Station. Там, да, там особенность карты, конечно, такая. Да я бы не сказал, там просто то, что Ранкорн, ему надо было как бы зафотонить, по всей видимости. Ну, он как бы и пытался это сделать, но ему не дали. Ты же видел. Ему виднее. Ну, мне казалось, что он все-таки не пытался зафотонить, или же пытался, но понял, не был до конца уверен, фотонить или не фотонить. Возможно. Да, потому что как это за фотон был очень робкий. Кобра бы не этот, скажи мне, не одобрил бы такой за фотон. Так, давай посмотрим, что у нас. Ну, у нас все по стандарту, у нас тут Рипер. Да. Рипер и пул после этого, газ. Рипер, кстати, и пошла вторая соплайка, то есть дико раннего ЦЦшника нет. Может, его и не будет. Второго. А как? Просто, ну, обычно, как бы, вот такие скилловые игроки, они играют Reaper, и до второго сапплая ставят CC. Там идет как бы плановый сапплай-блок небольшой на несколько секунд. Но за счет этого CC получается раньше. Это у Бронелоба как-то поздновато, кстати, я тебе хочу сказать. Так, ну он, в принципе... У него хоть какие-то линги уже должны были быть. Ну вот у него линги, вот два линга в заказе, два линга выбежало. И четыре дрон будет, уже линга. Два дрона будет четыре. Потеряно, да. Здесь два дрона потеряно. К сожалению, и еще неизвестно, сколько собак. Ну тут будет сейчас по квине уже на каждой хате. Ну пока же ее нет. Два рипера. Ну это не проблема на самом деле, но вот тайминг рипера в Дивинезии... Или это Бронелоб ошибся с таймингом вообще в принципе. И понеслась, и понеслась. Риперы, остановитесь, я прошу вас. Спасибо. А вот ты как зерг, вот объясни мне, почему просто на халде квин не поставить в минеральные линии? И что эти риперы сделают-то? Сбоку будут лупить рабов, ты не успеешь. Да, квина не достанет, нет, да? Нет, конечно.
Нет, квинами надо контролить. Их не так... О, три рипера. А сейчас они могут тут веселить знатно. Почему по плеточке не влупить? Ну, раз видишь, у тебя такие проблемы. Ну, с какого-то продамаженного... С какого-то продамаженного дрончика. Ну, вообще, да, можно было. Ну, вот это веселье ему сразу, да, бронелову такого от... Так, а тем временем, да, третий ЦЦшник, вот так вот он успевает контролить. Ну, он контроли... бронелоб сейчас делает большую ошибку, то есть он отдает квину просто-напросто. У него вторая квина вот здесь стоит просто, вот просто стоит. Вот, и он отдает квину. Вот это очень плохо, то есть по потерям сейчас 650 на 0, чтобы ты понимал. На шестой минуте это дико много. Да, и три командных центра уже. Да, я обратил внимание на это, просто забыл сказать, потому что был экшен. То есть мува нет, вот сейчас имело бы смысл действительно, наверное, поставить плетку, потому что потерял бы он намного меньше. Сейчас готов мув сейчас будет, и это... вот... При всем при том, что, ну, не скажу, что кактусы такая очень удобная карта для риперов. Тут, конечно, есть место. Нет, почему? Она очень удобная. Ты можешь, смотри, ты можешь на натурал с двух мест запрыгивать. Ты можешь прыгать с натурала на мейн. Да. Тут вот да. Пошел тараканник. Да, Роуч Варен пошел у бронелоба. На вторую бронелоб особо не собирается. Смотрите. Его, да, на третью. Его хорошая знаменитая плетка на натурале. Перед всем. И что у нас? Опять же, все сразу. И Роуч Варен, и Беллин Нест. Это правильно? Да. Так надо, нормально, да? Нормально, да. Смотря, конечно, во что ты собираешься играть, но в принципе это позволительно, да. Так, а что у нас делает тем временем Тиран? Тиран у нас делает бараки. Будет МММ. Добавляются газы. Ну, вообще, 3 на 2 зергу играть с тираном, это как бы не очень. Это полу-джи-джи на самом деле, если тиран играет. Вот поехала третья. Нету инженерки. Так, как ой, инженерки, арморки. Блин, что-то я путаю, блин, слова сюда. Молчать или покомментить? Так, что у нас? Что у нас? Реактор, старпорт. Ну, понятно. Вот заканчиваются, уже сейчас доделаются стимы. И, наверное, хотя тут стимы-то и прожимать некому. Тут куча гелионов. Тут просто, да, вот так вот. Вот этот вот дрон, который едет ставить третью, никак не может туда доехать. Броня лоба очень много минералов. 4 очень рача. Много. Ну, может, у него есть какой-то план. Может, он и был. Лейер. Лейер, газы добавляются. Что, будет Алы не из двух? Ну, у него выбора нету, собственно. Ему надо как-то выйти на третью, а он не может. Тут стоят гелионы, его не пускают. Будет Алы не из двух, но как не может? Ну, смотри, ты ждешь вот этих шесть он рочек. Два раза туда ехал. Смотри. Два раза не доехал. Ну, так подожди, более... Большое количество рачей, и все, выходи сейчас на третью, кто тебе мешает. Перелетает. Но она дико поздняя, дико поздняя. То есть сейчас бронелоб будет играть с дикого отставания, и да, ему надо линить, пожалуй, с двух. То есть у него ничего не зашло из того, что он пытался, потому что... Арсенал, сейчас уже пойдет 2-2 в заказ. Ну... Сейчас будет пойдет 2-2 в заказ. Экшен может... пошел. Да. То есть может, в принципе... Дивинезия позволит себе хелбатов. Ну, эти гелики, если он сохранит, он их потом, наверное, трансформирует в хелбатов. Не знаю, они все продамаженные сейчас. Ну, правильно. Мы давай как пошли рочи в атаку, сейчас будут пытаться как-то развлекать. Тут уже непросто это будет делать. Вот тоже, да, вот интересно, Blizzard сделали, конечно. Я уверен, что многие задавались уже этим вопросом, но вот смотри, какая суть. Да, дроп полетел, пока он не долетел, я спрошу. То есть, гелики чинят рабы, а хелбатов лечит медуваз. И чинят рабы. И чинят рабы, да. Ну да, дронов и чинят рабы, ну, этих КСМ, ну, и да. Лечат медуваз, и так, да.
Да. Броня разминирует мины, кстати. Что здесь с дропом? Дроп сейчас будет под стимпаком забегать. Бейнов, бейны есть. Что здесь? Здесь хватит ему рачей. Рачей? Нет, там не хватит рачей на самом деле. Там их мало. Здесь дроп. Ну, ловится кое-как дроп. Тут сейчас бейн... Ах! Нет, дроп ловится плохо. На самом деле... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну смотри, как дроп отлично высаживается. Смотри, как хорошо. Мне руку хватит. 8 муталей в заказе, они ничем абсолютно не помогут. Ничем. Тут мариков. Есть. Они со стимами. Марики со стимами под 1-1. То есть грейдов у Зерна нету. Зерг без грейдов против Терана. Очень плохо. Очень плохо. Вот она, мута вылетела, линги. Фокус медеваков. Да, медеваки. Тем временем эти марики убивают муталисков и забрали. И вот штуки, этот вот выход понимал. Сейчас. И вот этот выход игру. Он закончит игру, в принципе. Да. Да. Тут 4 муталя полетело что-нибудь нахарасить. Ну ты сам понимаешь, что 4 муталя это вообще ни о чем. Видит. Ручеек бронелоб понимает, что сейчас будет. Ручеек довольно поздно увидел. Скорости бейнов нету, у бронелоба очень много денег. Личинок у него, ну, такое, 32 линга в заказе. Марики просто изничтожают все это дело. Да, GG. И 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бами, выходи. Давай, давай, труп, бами. На тебя последняя надежда. Ох, у бронелоба АПМ, мать моя. Так, бами остается самой вкусной карты. Я чуть водой не подавился, когда вспомнил, какие карты остались у бами. Остановитесь, ребятушки. Так. Так, мосты, лунный мир. Да, бами, выбирай, лунный мир или мосты. Лунный мир, лунный мир. Шо то говно, шо то говно, вот так я скажу. Ну, трудно не согласиться. Извините за мои выражения на стриме, но извините, это так и есть в конце концов. И я не понимаю, чем думали. Да, разработчики, когда эти карты поставили в мапу, я тоже, честно, плохо понимаю. Да, если честно, я даже не могу назвать этих людей разработчиками, кто делал эти карты. Они, по-моему, победили в каком-то конкурсе. Если я не ошибаюсь, я что-то такое где-то видел на... Бами у меня спрашивают, что лучше, лунный мир или мосты? Мне больше нравится лунный мир. Мосты как-то мне, наверное, совсем не нравятся. Мосты, наверное. Ну, хрен знает. Мне мосты. Тебе не знаю. Но мосты, они такие, более широкая карта, она более зерговская. Там есть где забежать, в принципе, на третью. На третью... Да. Ставит ли стенку Дивинезия, друг мой? С бараком? Нет. В ТВТ? Нет. Нет, он не ставит стенку. Он ставит стенку из саплаев позже. Он ставит первый саплай в стенку, потом барак ставит возле ЦЦшки. Второй саплай ставит так, чтобы, если что, влепить бункер между. По крайней мере, он так играл до этого.
Я просто спрашиваю сейчас у Бами, что я ему все объяснил, как ты сказал. А потом я спросил, ты понимаешь, что ты это на стриме вообще спрашиваешь сейчас? Ну, какая так. разница? Он мог это все видеть. Какая разница? Мы как бы члены одной команды. Мы... Да что? Я думаю, что это не запрещено. Что ты? Да нет, суть даже не в этом. Суть в том, что, конечно, возможно, ребята из команды оппонентов, они не знают, допустим, того же там русского языка и не могут прочитать о том, о чем мы с Бами тут шепчемся тайком. Но все же. Так, что? Давай мосты. Ну, давай мосты, хорошо. Создаем мосты, мы создаем. Быстренько создаем мосты, и это у нас последненькая игра на сегодня. Последняя карточка. Бами сейчас должен сделать чудо. Да, и вырвать победу из лап этого сурового, сурового тирана. Надо нам искать Гмейла в команду. Надо, Данил, бухать перед стримом. Как тебе предложение? Ну и хорошо, я перед следующим так и сделаю. Буханешь, да? Вы все слышали, ребята, Данил признался, что он алкан. Все. Я все сказал, Данил. Мне с тобой делить нечего. Создавай. Да я уже давно создал, тебя даже заинвайтил, друг. Принимай, пожалуйста. Ты алкан, и я алкан. Мы два брата алкана. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой бутылку. Оно, конечно, не в рифму, но... Но все. Боже мой. Да уже создали, сенсей. Ну что ты, ну что ты? Бами, прими инвайт. Просто добавь воды. У, Данил, нам пишут, что мы окаянные. Это Бами. Это Бами. Что ты так вообще? Ready we are as long he is. Одиннадцать человек нас смотрит. Ничего себе. Кстати, да, ребята, большое спасибо всем, кто нас смотрит. Вы знаете, как-то я заметил, что когда мы с Данилом начинали, нас было где-то, смотрело где-то человека 4, да, наверное, где-то 4-8, да? Вот, сейчас вчера у нас смотрело 25 человек. Да, 25 было, да, Дань? Да, что-то Бами. Да, я тоже видел, не что получается пригласить. Я попытаюсь его пригласить. Давай, давай, давай. Сегодня вот мы видим число 11, как бы, да. Это, ребята, мы просто не раскручены еще. Вчера у нас был рекорд. Вчера нас смотрело 25 человек. 25 человек нас смотрело. Это больше, друг мой, чем ВЦС нуб. Это больше, чем живет у меня на этаже. Ничего себе, серьезно? Ну, а наверное, ты, я не считал. Может, и меньше. Слышишь, а ты приглашал своих соседей смотреть стримы? Веселых. Я по объявлению стримеров. Расклеил объявления со ссылками. Со ссылками? Да, кому со ты, ссылками. Кому ты там объявления клеишь со ссылками какими-то там? Что-то Бами не получается никак вступить да. в игру. Понятно. Непонятно, да. Это ты его инвайтишь? Да. А. У меня он офлайн просто. Нет, у меня нет. А у меня офлайн. Ну, вот как это? У меня было то же самое, что с Грецом вчера, понял? Ну, релогин надо делать. В общем, ребята, вот, Данил, ты сказал про какие-то сосылки, и один человек ушел со стрима. Это ты сказал про сосылки, я сказал про ссылки. Про какие-то сосылки тут речь ведешь. Играйте в предчувствие тьмы бесплатно, между прочим, ребята. Вот так вот, значит, заплатил я денег за вот это
пролог, предзаказ и так далее и тому подобное. А никто мне не сказал, что потом можно будет в пролог поиграть бесплатно. Там только одну миссию можно поиграть бесплатно. Три. По-моему, нет. Три. Три, да не, весь пролог. Ну, возможно. По-моему, одну миссию там можно сыграть, а потом говорят... Данил, вот смотри. Вот, играйте в предчувствие тьмы бесплатно. Пройдите три миссии пролога. О, так, вот я нашел... Бами перелогинился, попробую его сейчас пригласить. Он у меня офлайн, дружище. До сих пор? Я бы с удовольствием, да, я не могу его пригласить. Это все долбанный Blizzard. У Blizzard'а ошибка. Пройдите три миссии пролога. Не пройдите, а пройдите. Вот так вот. Друзья мои. Чтобы ну, бывает, техническая ошибка. Чтобы подготовиться к Legacy of the Void. Лёд. Бами пишет, что он, к сожалению, не может зайти. А вот Бами вышел из сети. А у меня ожидание у него висит. Вот сейчас, да, сейчас он вышел. Сейчас он... Давай, может, сенсея пригласим. Вот он в сети, пригласи ты его, как ведущий, может, оно схавает. Одну секунду, Денис. Нет, к сожалению, он у меня не в сети. Давай я сделаю тебя сейчас хостом. Давай, я сделаю тебя хостом, попробуй. Бами говорит, что у него не заходит. Вот я его опять приглашаю и нет. Ну, у него какие-то проблемы технические, потому что он говорит, что у него не заходит. Да, делай new lobby. Давай ты делай new lobby, потому что этот. Видел? Он у меня офлайн, Данил. А ну сейчас смотрим. Хорошо. Давай делай, только с модом создай, пожалуйста. Рассказывай мне, как искать ее с модом. Ну давай, я пересоздам. Вот Бамми появился, вроде он в чате. О. Вот. Есть? Invite Бамми. Опять он у меня висит. Марнопратия, да. Опять он у меня висит. Вот все было хорошо, Blizzard. Спасибо вам. Нет, вот не получается у меня. Сделал тебя ведущим. Сейчас подожди, Бами откинет и снова попробуешь его пригласить. Отлично, Бами сделал скриншот скайпа. Это победа. А, отлично. У него вообще ничего нет, ты понял? Вот у него просто ничего нет. Так мы его не сможем пригласить, раз у него так. Я вижу, да. Да. А ну, пробуй его пригласить, я сделаю тебя ведущим, попробуй. Ну это закрывать Battle.net. Да, возможно. Так, Бами. Так может Бами может и создать? Я вот у него спрашиваю. А, все, ты уже написал. Сейчас я ему еще в личку напишу. Так все, он увидел, он ответил, yes уже. Да, все. Ну я уже же писал. Вот у меня не появляется возле него заскочить. Но он еще и не этот.
Ожидаем, ожидаем. Ожидаем мы людей. Потому что... Потому что... Потому что мы хотим посмотреть последнюю игру. Пипец. Ну, Бами выгорел. Последний бой или нет? Потому что если Бами... О, меня Бами приглашает. Вот, потому что если Бами сейчас выигрывает у Дивинезии, то еще один. Так, забираю Бами ведущего или пусть приглашает всех остальных. А он тебе уже отдал ведущего. Угу. Приглашай. Да. А где Дивинезия делся? О, а он у меня сейчас алмаз. Так я тебе говорю, у меня он давно уже стал алмазом. Он у меня был ГМЛом, но вот сейчас он у меня алмаз. Не, вот сейчас он у меня ГМЛ алмаз. Снова. Ага. А здесь ГМЛ, да. Да, 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 да. Все, все зашли, отлично. Сейчас вот ждем стримера. Sacred Coco. Стример у них какой-то, не знаю, неразговорчивый, ни одного слова не сказал за весь этот, скажи мне. Он комментит, ничего ему тут с нами переливать с пустого в порожнее. Ready, пишет Дивинезия. И Гоу пишет вами, поехали. Последняя или предпоследняя игра на сегодня, попрошу. Попрошу, посмотрим, может быть, Бами остановит эту машину. Этот каток людских жизней. Этот любитель видеть GG. Да, лютый чувак. Данил, ты испортил мне сейчас вообще абсолютно всю тираду, которую я вел, такую красивую, замечательную. Лютый чувак! Ну, спасибо, друг! Пожалуйста, обращайся. Это лютый чувак. Это лютый. Да, лютый чувак. Счет какой? Счет 3-2. Разве? А какой? 5 каток. 2 выиграл Грец. 3 выиграл Дивинезия. Одну секунду. Грец, Бронелоба и Зипера. Да, конечно. 3-2, все верно. Че ты мне тут чешешь? Так, разводит Бами рабов, вот занимается так полезным делом в начале игры. Дивинезия у нас играет снова розовым цветом, а Бами у нас играет зелененьким. Так, и вот он даже первый саплай решает не ставить в стенку в этот раз. Зеленый цвет успеха. Да, Бами, Бами. Бами, Бами. Вот в школе у меня были зеленые обои, у меня в комнате моей, в квартире. Вы думаете, я был успешен? Я думаю, это был двоечник. Так кажется. Ты просто отвратительный друг. У нас прокси-бараки. Данил, наконец-то! Наконец-то, чиз! Наконец-то! Жесть! У-ху! Наконец-то прокси-барак! Прокси! Это будут два прокси-барака или один? С рипером быстрым, да, скорее всего? Бами, между прочим, дроном не поехал на разведку. И он об этом узнает. Нет, КСМ-ка нифига не видит, то есть он даже не знает. Слишком поздно он об этом узнает. И это печалит меня. Ты опечален? Я опечален. А если он смоет? Ну, надо разведать срочно. Тогда не смоет. Тут просто еще и особенность карты такая. Ну, бункер за камнями надо ставить, бункер на входе надо ставить. Ну да. В принципе, камни... Да, это барак, вообще замечательно. Это прокси-мародеры. Это жесть. Это прокси-мародеры. Какая отличная игра будет сейчас у нас, друзья мои. И смотри, с одного барака, с одних казарм и... Это вообще шикарно. Ты понимаешь? А, нет, смотри. Смотри, сейчас Бами ставит саплайку, и он не видит ничего абсолютно. Конечно, не видит. Он, ну, кто бы туда поехал посмотреть, вот, из игроков? Я даже не знаю. Да, мародеры с фугасами. Да, это наверное, по книжке. До 3-4. Это просто по книжке. Так, и сейчас вот Бами вышел рипер, он сейчас поймет.
Это он поймет уже очень поздно. Да, он поймет. Тут будут гелионы, которые против мародеров, ну. Тут бы зарешала, кстати, КСМ-ка после первого сапплая, которая поехала бы в разведку, она бы это все зарешала. Сейчас Бамми просто обалдеет. А где парад? Да, ну а где вообще производство? Что, а где армия? Что? А Бамми играет через риперов, ты понял? Я, кстати, вариант поднять домик и уехать рабами, а тут риперами убить много очень рабов. Можно. Получится? Не думаю, уже два мародера пришли. Все, фугасы есть. Добрый вечер. Там можешь уже не возвращаться, уже надо просто уезжать. Да, вот можно, наверное, было. Можно сейчас брать рабов и ехать, поднять домики и ехать сюда. Почему бы и нет, да, с риперами, в принципе. Так, есть, отбивается Бамми. Дома. А что у нас тут? Ну, а есть еще один. Теряет пипера, не до контроля, да. Ну, не до, конечно, так сконтролить очень тяжело. Ну, у Бамми 18 рабов, а у Дивинезии 15. Ну, Бамми хорошо отбился, да. Ну и давай, Бамми, ну сообрази, что здесь барак-то стоит. А он это все уже понял. И к нему же сюда прибежали. Стенку сломать было так быстро не получилось. Не, ну конечно. Неплохо. Хорошо, Бамми, контролит, неплохо, отводит, неплохо. Отводит раненых юнитов, хорошо, молодец, умница, молодец. Умница, да. И теперь риперами взял и убежал быстренько, риперов бери, бери риперов, гелики, все, бери. Да, 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 тут бери. Бери все, гелики, именно риперы. Вот прямо сейчас. Ну, 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 друг. Не, все он правильно делает, добивает, потому что могли вернуться. А, типа, чтобы не перелетело обратно. Конечно, конечно, конечно. Сколько раз уже такое было, ты шо? Что ты типа такой самый умный, а нифига. Тут два гелика. Тут у нас викинг заказан зачем-то. Ты ж видел, Дивинези отлетел, но поставил барак за этим, за камнями. То есть он имел, ну, если бы не добил... И вот Бамми ставит вторую, а Дивинезия не ставит на данный момент вторую. Это... Ну сейчас Бамми было бы неплохо как-то немножечко поднапрячь, конечно, да, если три получится, гелика, под, ну, три уже гелиона, вряд ли получится, не получится уже здесь вряд поднапрячь. Получится, да. Три гелика, а, есть еще. А, еще да, и да, вот четыре да, гелиона, тут посади, да. Сел викинг. Не-не-не-не-не-не, Бамми надо уходить, конечно. Не-не-не-не, все, отходи. А гелионы догоняют, да, риперов? Как видишь. Да, вижу. Но риперы умеют вот так. Да, риперы спрыгнули с пригорочкой и побежали. И банша у нас в заказе. Вот так. А, наверное, ну, готов Дивинезия к ней. Вот в чем суть. Ну, готов, конечно, викинг у него есть. Две ЦЦшки у Бамми. У Дивинезии пока только становится ЦЦха. И контратака пошла. Тут сейчас бы надо... А, ну тут застроено. Только надо сконтролить. Надо закрыться вовремя. И ничего тут не сделает. Если заедет, будет больно. Да, много гелик. Ну, не, уже в принципе есть банша, как бы, но все равно 5 геликов они могут. Ну, а викинга 5 геликов. О, Бамми, контроль же баншу, ну ежик, Женя. И закрывай, ворота закрой. Ну да. Ну закрой ты ворота, ну. Ну закрывай же ворота так. Японский телевизор. Тут банша вычинивается, хорошо вычинивается банша. А викинга убить нечем. Викинг нет, не забрал пока. Хорошо, хорошо сконтролил Бамми. А закрыл бы ворота. Закрыл только сейчас ворота. Закрыл бы и отошел, пусть палит сапплай. Он бы опалил... Гелионами палил бы у него минуту. Можно было бы уже на третью выходить. Так, и банша все-таки полетела. Вряд ли она чего-то добьется здесь, потому что здесь все хорошо. Здесь, да, здесь туретка. Здесь туретка. Здесь туретка, здесь викинг. Ой, викинг. Здесь Рейвен в заказе, да, здесь викинг. Вот банша от Дивинезии, кстати, прилетает. А Бамми? А Бамми не готов. А Бамми к ней не готов. Рабов уводи, Бамми. Минус 4 раба.
Вот Дивинезия уже впереди по рабам, представляешь? Ужас, просто ужас. Да, это нравится Барша, но неплохо сыграно от Бами, но уже здесь везде туреточки есть. Все есть. Интересная КВ у нас сегодня, да, Данил? Да, интересно. Ну, Бами, кстати, неплохо. Мне нравится, как он играет. Нет, Бами играет очень здорово и хорошо. Если ну, Бами, видишь, уже тоже перешел в... Здесь Ванша вряд ли чего-то добьется. Бами уже тоже просто перешел на лот. И, в принципе, он правильно сделал. Вот. Я уже тоже в ход с ней играю ладдер. Уже only лот вкатаю. Потому что надо уже приспосабливаться к другой игре. Механика, все это, ну уж видишь. В ходе все немножечко по-другому. Так, и дроп пошел. Да, пошел дабл дроп с двумя танками от Бами. В принципе, что он может сделать? Посмотрим по составу армии у Дивинезии. Неплохо может развлечь. Дивинезия тут не увидит этого дропа. Только если может, почувствует. Неплохо развлечь. Пятой точкой какой-то, не знаю. Ну. Дивинезия выходит в лоб, вот так вот. Так, что у нас тут? Тут у нас будет танк. Так, что у Бами? Нет, Дивинезия идет ломать камни. ЦЦХа, идут ломаться камни. Вижу над Бами в этот момент. Хороший дроп. Дроп замечательный от Бами, это я не отрицаю. А что дальше? Здесь. Смотрим. Здесь забирается ЦЦХа. Вторая, конечно, будет отменена. Да. И тут как-то надо отбиваться, там, на рабах, на танках, не знаю. Да, закрывается домик, раздает танк, есть, хорошо. Есть у Бами, да. Хорошо, тут, тут ничего нету дома практически. Ну, у Дивинезии надо его, надо рубать, дальше да. Его давить. Надо давить, абсолютно, надо дальше. Надо тут да. Сейчас кто лучше с контроля, тут вот... Бами, выводи, чини танк. Чини танк рабами. А, поздно. Поздно, поздно, поздно. Ну, трудно контролить в двух местах сразу. Сам прекрасно это знаешь. Да, понятно, да, конечно. То есть, оно так, когда смотришь, кажется, что это просто. Да не, я ж не говорю, что это просто. Не, ну я вообще просто говорю, что... Да. И там рабов вывести, и тут сконтролить, разложить танки, и мариков сберечь, пересадить мадавак. То есть, это все одновременно, ну это... Да, далеко не каждый это может делать. Бами здесь собирает мариков, конечно. Тут танк. Ах, танк у Бами теряется, все, дроп Дивинезия отбивает. Да, и Дивинезия берет эту игру. Ну да, наверное, да. Да, к сожалению, да. Хорошая игра, вроде Бами отбился, да, вот даже с... небольшим преимуществом он отбился от прокси мародеров с фугасами. И вроде бы было все довольно неплохо у Бами, но не так хорошо, как хотелось бы. Пытается еще что-то делать Бами, контролит. Ну, конечно, пытается, а что ж. Ну тут просто смотри, тут мариков, тут армия сапплая 34 на 19, как бы еще и танк сложился. Сейчас подложился. И у Бами... Бами богатый, несмотря на то, что у него... А у него продакшена нет. Да, у него просто у него вырезан продакшн. Да, если бы Бами вывел рабов починить этот танк, я думаю, было да, бы немножко он получше. Он бы отбился. Ну, я думаю, ну, не что не знаю, насчет отбился, но чуть-чуть получше было. О, еще и барак теряет Бами. А. Ну, ты же понимаешь, что Дивинезия внизу стоял, и танк этот его наверх не пускал. Ну да. Да, теряет барак Бами еще. Строит еще два. Ну, Дивинезия вот уже тут, такой большой, мощной идет, да, и, в принципе. Тут три танка едет. Просто закончить уже, игру, да. Это уже не отбить, да. Да. К сожалению. К сожалению. Ко мне тут какой-то кот прибежал.
Даже не то чтобы внизу, в принципе, Дивинезия уже зашел, но все равно танк под вычинкой рабов. Он довольно неплох. Он суров, да. Да, вот светит Бамми. Видит. Так, три танка на два. Не, ну, Бамми, ты же не глупенький, ты же не будешь. Ты же понимаешь прекрасно, что к тебе никто в лоб идти не собирается. Ну вот, полетел дропчик. Дропчик, конечно, Бамми понимает. Пытается Бамми восстановить производство. Ну и смотри, как сейчас танки будут просто развлекать, смотри. Кстати, танк можно было на клиф высадить. Вот. Один. Нет, туда на клиф он не влазит. Как не влазит? Влазит. Куда? Танк на клиф вот сюда вверху. Ну, как на вот этот вот стандартный клиф, который обузят, да, а который вот рядом с камнями, вот туда танк не высаживается, я пробовал. Ну ладно. Ну, как бы места достаточно. Ну, говорю, не высаживается, я реально пробовал. Ладно, я сейчас зайду на карту, один сам. Ну, попробуй, да. Ну, он туда не влазит. Не хочет. Бамми светит, хочет понять вообще, имеет ли смысл продолжать дальше игру. Но Бамми светанул не туда. Вот база восстановлена у Дивинезии, но уже немножко подальше. Да, 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 жаль. Хорошая игра. От Бамми тоже, кстати, очень хорошая игра. Да, да, Бамми. Человек в инактиве, ну, в ходс не играет практически, вот, а выдал довольно неплохую игру. Ну, скилл не пропьешь, как говорится. Да. Вот так. Итого, Йоатим vs Дивинезия 4-2. 2-4 тогда. Да. Да. Хорошо, хорошо отыграл Дивинезия. Не буду я опять комментировать это. Уже надоело после каждого КВ об этом говорить. Ну, да ладно. О чем? Ну, о том, что вот команды какие-то... Которые, скажем так, не первого эшелона. Вот, которые в третьем дивизионе выставляют ГМЛов. Да, да, берут одного ГМЛа и... Ну да, я с тобой оставим согласен. Это на совести команд, как говорится. Не нам решать. Ну, как есть. Да. Да, да, да. Ну, это уже такое дело, как бы нам не нам судить. Не да. Нам судить, нам... Всего лишь мысль. У нас с тобой дело. Мы можем только высказать свое мнение. Да, у нас больше дело сделать маленькое. Ничего не можем. Да, мы с тобой всего лишь комментируем. Ребята играют, пытаются. Спасибо ребятам за игру. За ГМЛами, в принципе, да. Сегодня... Хорошая сегодня КВ получилась. Да, КВ была хорошая, интересная. То есть, такое напряженное, ровненькое. Ну... Да, благодарим. Маємо, да, те, що маємо. Благодарим ребяток за игры всех. Так, ну и будем мы заканчивать с Данилом. Всем большое спасибо, кто нас смотрел. Да. Всем спасибо. Всем спасибо, кто нас слушал. Всем пока. Услышимся, ребят.